и в фосфоре зарождается или проявляется первое настоящее понимание себя. Уже не просто поиск, фосфор уже начинает знать, вот он самобытный, он веселый, он открытый, он искрится, он веселится, он делится, он отдает. Фосфор, кстати, нельзя перевозить без определенной среды. Если вытаскиваете кусочек фосфора вот так, он моментально распадается на фотоны. Это вспышка света. Он отдает себя. И с ним приятно, потому что он знает, кто он, и он помогает вам знать, кто вы. С ним хорошо, потому что он помогает вам удержать собственный образ. И это не просто образ там, силики, алюминия, магнезия. Любой образ. С ним хорошо, потому что он освещает. С ним хорошо, потому что он поддерживает. С ним хорошо, потому что он в движении. Он мобильный. Силика пытается затормозить, остановить. Она боится движения. Фосфор движется.